Так, немножко, друзья, вам Орловки в ленту. Сейчас завез Циценко. Как его зовут, мужика этого? Николай. Николай. Ага. Диван завез. А это получается вот тоже место жития. Как тебя фамилия, имя? Кирков Николай Михайлович. Кирков Николай, короче. Вот. Помог мне диван занести. Ну, я ваш строитель, колеса прямо. Ну-ну. Понял. Это вот Орловка такая. Вот такие домишки. Немножко вам покажем городским. Смотрите, приезжайте назад в Орловку жить. Вот речка, мостик тот, который вам я его показывал. Вот дом. Там он нынче на рынке сделали мост. Ага. Вот собачка на сено побежала, наверное. Mm-hmm. Вот мои корефаны. Постоянно клиенты. Здесь Ленька живет. Снегирев. Мой. Тоже постоянно клиент. Тут у него Урал стоит. Вон мост. Вот улица. Так, а мы по этой улице сможем проехать, там выехать? И к тем Славкиным домам, да? Можем? Прокатим маленько. Народу покажем эту улицу. Я эту улицу еще не снимал ни разу на видео. Так, здесь кто живет? Здесь. Монгол. Монгол, говорит. Так, здесь кто? Силин. Силин? Силин. Так, а вот в этом домике? Иутин. Иутин. А как зовут Иутина? А это Мария здесь живет. Мария. А этот дом чей? Красивый? Этот не нашинский. Приезжий. Приезжий. Машка Лыбзикова. Машка Лыбзикова? Ага. Мария Лыбзикова. А этот дом какой? Криворотов. Криворотов кто? Председатель. Председатель. Ну, глава администрации, да? Так, Шипчин. А это? Кто? Шипчин. Шипчин, да? Угу. А Шипчин как зовут? Женька. Женька, да. А это? Зеленов Сережка. Зеленов Сергей. А это? Селин Мишка. Селин Михаил. А, тут у нас вон мужик дрова что там готовит. Угу. Так. Тут, наверное, какая-то бабушка. А здесь дядька мой живет. Дядька тоже живет. Один живет? Ну. Так, а здесь 18 дом? Васька Чекушкин. Чекушкин Василий. Здесь никто не живет. Пустой дом. Вот приезжайте, живите. Да? Можно здесь жить, городским приехать? Это Васёкин дом. А это парень как, чей фамилия? Это Микунов. Микунов. Как его зовут? Сережка. Сережка. А вот этот дом кто живет? Селина Людка. Селина Людка? Да. Людмила Селина, ага. Ты по-деревенски называешь Людка, Колька, Сережка. Так, а здесь красивый дом кто? Это Васёха Сережка. Серега Васёха. Так, а здесь? Кольцо Ольга. Кольцо Ольга. А здесь? Борисов Андрей. Борисов Андрей. Ну, сколько народу живет в Орловке? Васёха. Васёха кто? Станиславович. Станиславович. Кооперативщик. А, ну, фермер, короче. Фермер, вот, но... фермер так живет, у него собачки. Телега у него есть. Так, а здесь кто? Это Иваны тоже дом. Иваны дом тоже, Васёхи. Так, а здесь? Это бабка Ивана. Бабушка Ивана. Так, а здесь? Микунов. Микунов кто? Сережка. Серега, а здесь что? Это гараж Васёхина. А, пилорама, наверное, у него, да? Пилорама там дальше. А, гараж, да? Mm. Это он сеет, пашет, да? Mm. Вон комбайны у него стоят. Работают комбайны эти? Mm. Рабочие? Три комбайна рабочие, вот классно. Вот так фермеры живут в деревне, как я вам говорю, люди. И поэтому полная улица, полная Орловка домов. Люди живут. Живут и работают помаленьку. Это что? Это Питак. Кафе. А, здесь кафе вот в этом домике, да? Было нет, раньше. Нет. Раньше здесь раньше, была, да? Да, была. А вот это вот сейчас действующее кафе. Ну, там красота. По складу, да? Вон там чей там Викток, склад. Там склад. Там Шишилка. А чей это кто? Хозяин? Морозов. Славки Морозова, да? Mm. Вот тоже фермер Морозов, пожалуйста. Все работает у него. Ангары, все там есть. Здесь что, кафе, да? А это дорога на Зимник прямо, да? Да. Кафе работающее, придорожное называется, открыто. Эвакуатор есть даже. А кафе это что, кому? Кто хозяин? Ванька Мастадуда. Мастадуда, Иван. Так, сейчас поедем. Мы по Дипановому мосту сейчас проедем? Ну, это показывает. А там на Куштовку по мосту можно проехать, да? Ну, как ты по мосту и прямо по трассе. А, все, понял. Ты здесь свернул на улицу. А-а-а. А ты по трассе пойдешь. Ну. А
она же как зимник сделана. Сейчас прямо едем? Да, да. Так, здесь вот пилорама чья-то, чья-то? Васёхин. Васёхин, этот пилорама. Вон там трактор работает, белорус. А вон там, что дальше, вон чей-то корпус, вон там бетонный такой. Вячеславкин. Тоже Славки. Вячеслава Морозова. Молодец, Слава, так держать. А у Славы сколько примерно народу работает? А вот домик, а вот эти домики кто строит? Это Васёхин. Васёха Сергей, да? Станиславович. Ага. Бывший директор школы. Занимается фермерством, молодец, развивает Орловку. Дает рабочие места. Так, вот это что такое? Это раньше была колхозная кошелька. А, заправка колхозная бывшая. Но она еще до сих пор целая, в принципе. Можно еще организовать ее. Если нужно кому будет. Так, вон лес лежит, много леса, смотрю. Это Слава. Ну, это Слава Мороз занимается. А вот эти Косемсоточи. Шмионы. Тоже его. Это полностью его база, да, вот это вот? Ну, только вот это Ваньки Слава держал. А вот эти домики. Это Слава. Ну понял. Ну-ка зайди, посмотрим на минутку, ага. На минутку буквально. Вон мужики пилят, работают. О, рабочий день идет. Что, он бани строит, наверное? Здесь трубы. Вот, друзья, заказывайте, такие будут красивые баньки вам. Морозов Славе звоните, у него домашний телефон, рабочий телефон есть, справочник есть с телефоном. Вот такие ровненькие, красивые. Дома-то все увезли. Дома все его тоже увезли. Дома тоже он рубит. Вон мужики работают. Запилы пилят. Лес такой красивый, это лиственница. Пихта. Пихта, да, это? Пихта, елка. Такие баньки, смотрите, красивые. Пилят. Вагончик тут не греется. На экскурсию на территорию завернем на минутку. Солнце какое сегодня, как весной, такое яркое. Вот Слава Морозов территория, база его, трактора вот у него. Он целую фуру грузит. Он разгружает. Уже... разгружает. А, это с леса пришла, наверное, да? Ну-ну. Ага. И вот еще лес, так что заказывать ему дома, баньки, избушки. Дома Слава строит, даже сам крышновки построил. Вот пилорама работает у него. Опилки летят. Вот доски. Вон комбайн. Это Славкин комбайн, да? Угу. Все рабочие? Все рабочие. О, классно, молодец, Слава. Хоть кто-то поднимает сельское хозяйство у нас. Вот так мы выйдем, да, сюда? Да, вот? Так, это что за лес, как называется? Это елка-пихта. Елка-пихта. Вот какие толстые, круглые. Да, новенькие. Это еще тонкие. А, еще толще бывает? Еще толще. Ничего себе. Есть покуп 10, покуп 15. Ну-ну. Да, эти комбайны тоже живые? Да, это. Ваньки Масталду. А, Масталду до Ивана, да? Ну. Тоже фермер. Ну, тоже. Ну, он только сеет. Сеет, да? А комбайнами эти что, не убирает этими? Убирает. Убирает, да? А, ну, в смысле, только что он занимается сельским хозяйством, лесом не занимается, да? Да, я сюда сверну, вот какая техника еще есть. Это не наша. А, не... дорожники, наверное, да? Дорожники не перевернули. А это вот этот новый мост, да? Это не это. Сейчас сюда едем? Да, да. Это старый. Но... вот вас прокатим по Орловке. Там, наверное, дымится, что это, котельная сельсовета, наверное. Школа отопляется. Вот только школа отопляется, сельсовет, магазин. Клуб еще. Это что за лес? Листвяк. Листвяк. Лиственница, да? Красивый, смотри, какой лес. Природа, Тбилиси. А лес они готовят сколько отсюда километров примерно?
20, 30, 50, 100. Что? 100, да? Ну это в Томской области, наверное, да? Ну, забавно. Река Уй, моя любимая. Одной буквы не хватает, которая. Здесь рыбачат, нет? Нет, сейчас рыбы нет. Раньше много было. А ротанов нету? Ротаны были. А нынче нету, что ли? Ну-ну. В прошлом году везде были. Сейчас нету. А там сено много, смотрю, что это сено? Славкины тюки. Славкины, это тоже, в тот же морозу Слава. А он скот держит еще, да? А, вот лошади. А сколько, блин, лошадей? Я не знаю, много там. 50, 100, 200? Ну, видишь, сколько сил. Переведя, наверное, просто. Ну, ну. Ты вот в этом доме живешь, да? Ну. Я так прямо поеду, да, по мосту по новому, там, да? Левее чуть уйду. А, вот новый мост. Нынче открыли его, да? Да, только построили. Но. Ну, спасибо тебе, дружище. Кому передашь? В городе кто живет, тебя? Сестры, братья? Нет. Нету никого? А в Новосибирске нету. А, ну а так где-нибудь? В Омске. В Омске. А ну скажи кому-нибудь привет, они тоже увидят. Мусла Дудова там есть. Ага, кто? Дядь Коля. Дядь Коля, да? Нет. Ему привет, да? Да. Вот, он посмотрит обязательно. Нет. Ну давай, счастливо, всего тебе хорошего. Здоровья. Давай. Посильнее хлопни. О. Так, а я провезу вас по мосту. По новому. Вот люди деревенские, простые. Обожаю ездить в деревню. Всегда люди помогут диваны разгрузить. Поговорят, пообщаешься, прям на душе легче становится. Вот улица. Ограничение скорости 40 км в час стоит знак. Мы так и едем, как раз не нарушаем. Стараемся не нарушать. Река теперь уже не Уя, а Тайтас. Вот новенький мост, смотрите. Он довольно-таки широкий, крепкий, красивый мост. На мост в сторону Кыштовки едем. Сейчас еще на колбасу завезу, стиральную машину. Потом на Кыштовку. Все, мост закончился, можно скорость увеличить. Чуть-чуть. Дороги ровные зимой, хорошие, лучше асфальта. Вот печки люди топят. Завтра послезавтра передают 39-40. Эти улицы я вам уже показывал. Прошлое видео смотрите на моем канале Замосковный Алексей на Ютубе. Вот улица. Там Слава Морозов живет вот, в крайнем доме. За этим лесом. Погода сегодня отличная, прям морозец, вообще настроение хорошее. Микробы все поздохли от мороза, не живут они. Вот кладбище Орловское. Красивый такой лес, красивый. И хвойный лес добавляется. Все аккуратно, ровно, заборчик, все есть. Единственная просьба к главе администрации, я сейчас ездил, еле как эту улицу нашел. Улицы не подписаны почти. Если подписано, то качество табличек очень низкое. Так что, пожалуйста, исправьте. И дома, мало домов подписан, табличек нету. Закупите, пожалуйста, подарите людям таблички на сельсовет, чтобы все были единообразие, все было красиво. Вот, кстати, у них крест. Поклонный крест. Красота. Смотрите на него. Ладно, всем пока. Ловко закончилось. Всего хорошего, здоровья сибирского, оптимизма. Прорвемся. Все будет хорошо, друзья. Сельское хозяйство потихоньку поднимается. Поднимается Орловка, поднимается Вятка, поднимается Усманка. Усманка уже население больше, чем в Орловке, хотя Орловка большая деревня. И домов-то, смотрите, всего лишь один дом, видели, почти пустой. Вот. И то, я думаю, что ненадолго какие-нибудь молодые семьи заселятся в него. Так что давайте развивайтесь в другие деревня. Верхмайза, Сергеевка, Колбаса, Вертарка, Кулеба, Межовка. Молодежь, приезжайте, все будет хорошо. Смотрите, какая природа еще раз вам.